Всем привет, ребят, с вами Аурум, и сегодня исполняется ровно 2 года с выхода Brawl Stars в Китае. Ребят, китайская версия Brawl Stars немного отличается от нашей, и они реально празднуют это как отдельное событие. Я просто вообще в офиге от этого, но будем считать, что это коммунистическая семья Brawl Stars наша, да? То есть вот коммунисты, ненавижу их, вот, ну коммунистов, не китайцев. Вот, но отлично, прекрасно, 2 года, нам-то что, вы спросите? А я отвечу. Бесплатный мегаящик по всему миру. Примечательно, кстати, что в Китае мы видим целых 2 мегаящика. Ну, точнее, может быть, они вот... напишите в комментариях, я не знаю, они бесплатные или не бесплатные, но как минимум есть вот такая картинка. Мегаящик, который слева, вот видите, 1023, вот тот, который левенький, есть и у нас. Видите? Вот есть и у нас. А вот тот, который справа, это вообще похоже на Дэрила, а не на мегаящик, да? А его почему-то у меня здесь нет. Но, может быть, есть на других аккаунтах. Тоже посмотрим. Мне почему-то кажется, что это типа именно скинчик на Дэрила, и на других аккаунтах мы сегодня еще с вами посмотрим. Поэтому, ребятки, всех поздравляю с китайским Новым годом, вторым Новым годом, вот, и давайте открывать мегаящик, у меня множество аккаунтов, откроем на всех, желаю вам всем выбить Лего, прям, пацаны, реально, хочешь выбить Лего, прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк и вводи обязательно код Аурум, прямо сейчас, без регистрации смс, тупо один раз ввел код Аурума, и все офигенски, и можешь спокойно себе выбивать что-нибудь офигенно. Ну что ж, это мой, как вы понимаете, еще раз, основной аккаунт. И что здесь будет? Что здесь будет? Ничего. Ну, кроме жетончиков. Спасибо. Это тоже вот классно. Вот хочу пиротехник Спайк. Здесь еще обязательно купить. Покупаем пиротехник Спайка. Да. Дальше. Доктор Эдгар. Конечно, конечно, доктор Эдгар. Как без него? Само собой, покупаем. И Зайка Гром. Зайка Гром. Очень смешной скинчик, но мы его обязательно берем. Серебряный Макс брать не буду. Переходим к следующему аккаунту. А следующий аккаунт у нас путь акции. Надеюсь, здесь мне не придется тратить деньги. Да, ребят, не придется. С вчерашнего дня ничего не изменилось. У нас есть сугубо мега ящик. Его забираем. И, к сожалению, здесь нам ничегошеньки не падает. А вот в подарочном будет Лего. Нет, не будет, ребят, леги нет. Увы, увы, ах. Следующий ак. Такс. Воу. А здесь дофига. Ну, видите, у нас вот нету еще одной акции, которая есть у китайцев, понимаете? Нету ее. Есть только вот такое. Ну, и вот это все акционное. Но я не буду, конечно же, это здесь покупать. Это просто ак, на котором я чисто формлю все бесплатненькое, поэтому... Воу, ребят, здесь 2 предмета. Это и что-то нам реально падает. Это Баз! Баз, брат! Не может быть! Не может быть! 144 на кого тратим? На Леона? На Леона! Конечно же, на Леоню! Еще что? Ну, иконку можно взять. Не, подарочный. Подарочный точно берем. Подарочный берем. И иконку забираем. И Кодаурум, кстати, здесь был не введен. Вводим. 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 Аккаунт моей мамы. Шутки про маму не приветствуются. Мама, передаю тебе привет, если ты смотришь это видео. Передайте моей маме привет в комментариях. Так, ну что же, что же? Ну, мама, конечно, любая мама вводит код Аурум. Это ясно. Забрать мегаящик, забираем. И 5-5. Увы, 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 увы. И здесь вообще ничего нет. Давненько не снимали ничего. У мамы 14 из 57 бойцов. Окей. Аккаунт А4. А4, 28 из 57 бойцов. 2 леги. А чего добился ты? Да, Кобякова выгнали. Или кого там выгнали от А4? Я не помню. Глента. Кого он выгнал вообще? Напишите в комментариях, кого же выиграл, выгнал А4. Но давайте сначала с бесплатного. А, код не ввел, код не ввел. Без кода ничего не получится. Вводим быстренько код. Ввели, отлично. Перемещаемся и забираем мегаящик. Что там? Что там? 5, ребят, 5. Ладно, ладно. Иконку не буду покупать, не буду. Следующий аккаунт. Так, а тут что это за особая акция была? Опа, текстуры поплыли. Текстуры, смотри, что происходит с текстурами. Воу, о, раздуплилось, нормально. Так, у нас здесь даже гаджеты есть. О, это очень мощный аккаунт, мне кажется. Очень мощный аккаунт, и что на этом мощном аккаунте мы выбьем? Код забыл, значит ничего. Если не ввел код, значит ничего не получается. Поэтому что делать? Правильно, правильно, правильно. Бравл пасс! Когда-то я собирал здесь брол пассы, и сейчас... О, Лего!
Блин, я чуть Лего не забрал. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуточку. Здесь тоже... Оу, смотри, здесь... Вау, ничего себе пассивка. То есть, в целом мощный аккаунт. 35 из 57, ребятки, чтобы вы себе как бы понимали. 5. Ничего опять не выбили. Да. Бравл пас! И еще один аккаунт. Это не тот самый. Смотри, какие старые акции. Так, в подарках нету бесплатного. Здесь есть мега ящик. Вводим, конечно же, код. Смотрим, что у нас по бойцам. Мы можем здесь спокойно выбить Лего, потому что здесь всего лишь одна Лего. И давай, молимся. 3, 2, 1. Каждый поставил лайк, да? И бабах! Ничего. Ничегошеньки нету. Так, еще один Brawl Pass. Помните, да? У меня было гигантское большое количество Brawl Pass. 300 гемов на счету. Ребят, вот это мне фартит. У нас здесь 300 гемасиков. Смотрим, что за аккаунт. 33 из 57. Мощный ак. Действительно мощный ак, но нету ни одной леги. То есть бравлеров куча выбита. Большая куча, но лег нету. Много хромиков нет. Двух мификов, трех эпиков. Поехали. Заберем сначала бесплатный. 46 тысяч голды. 170, зачем? А как так? Вот этого мне никогда не понять. Почему не падает? Типа, берет с комом, падает с копом. Падает 170, но при этом не падает на каждого бойца. Почему так, как? Не понимаю. 60 гемов тратим еще на мегаящик. Все-таки он по акции. И ничего не получаем. Ну как так-то, а? Аккаунт Аурум. Мой маленький аккаунт Аурум. Здесь есть Лего. Ух ты. 16 бойцов и Лего. Как тебе такое, Илон Маск? Илка Маск. Стоп. Особая акция. Вау! Особая акция за 39 гемов. Что? Я в шоке, блин. Я просто вообще в осадке. Вот она, та самая особая акция. Может быть, это в честь вот только что оно прям вот только что. Я не знаю, у вас есть такая акция или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, появилась ли она у вас, потому что она появилась прямо вот сейчас посредине ролика. Вот прямо сейчас. Интересно, на остальных аках такая появилась или нет? Смотри, забираем первый... А, блин, Кодаурум, конечно же. Смотри. Вот сейчас фокус. Я ввожу код Аурум и выбиваю нового бравлера. Ввел код Аурум и выбиваю нового бравлера. 16 из 57, напоминаю. Новый бравлер. Чекай. Смотри. Бах. Да. Просто. Все изи. Изично и... Тара, мифик, с ходу мифик, прикинь. Просто со старту мифик. Дальше. 5. Да, могло быть лучше. Да, могло быть лучше, конечно. 5! Нифига. Эх, ребятки. Но что? У меня есть еще подарочный. И давайте посмотрим на остальных аккаунтах, появилась ли эта суперакция. Действительно, небольшое количество гемов, но насколько, блин, оно выгодное. Смотрим, предвкушаем. Я надеюсь, на каждом аккаунте появилась такая акция. Смотрим. Нет! Лол! Здесь нету. Ребят, у кого появилась эта супер акция? Обалдеть. У кого? Чуваки. Я просто немного в шоке от этого всего. Я немного шокирован. Реально, у кого еще появилась такая акция? Это же жесть. Это же было жесть просто. Ладно. Смотрим дальше. Давай, может, еще на каком-то аккаунте. Но у меня здесь 11 гемов, справедливости ради. Может, Supercell сжалились надо мной и не хотели, чтобы я донатил? Так, смотрим. Давай. Ну нету! Ну как так-то? Ну такая жирная акция. Ну что за, блин? Обидно. Ребят, вам не обидно, что у вас нет такой акции? Ну, действительно выгодно. Действительно, очень выгодно было бы. А может, я код Аурум не ввел? Подожди. Стоп. Наверное, потому что код Аурум не ввожу. 100%. Вот сейчас ввожу код Аурум, и все будет. Смотри, четенько. Быстренько, смотри. Так, чик. Введен. И все равно нет, не знаю. Может гем... А, нет, вот здесь, смотрите, здесь и гемов хватало. У меня на счету 56 гемов. То есть, в целом, очень даже хватает. Но почему-то ничего не работает. Странно. Крайне странно. Хорошо, мега ящик забираем. 5. Тоже ничего не выпало. Блин, я балдею, конечно. Я балдею с этой историей. Почему так? Как так? Не знаю.
Да уж. Ребятки, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие акции у вас были. Была, появилась ли у вас китайская акция, которую я показывал вот на этом скринчике? Есть ли у вас вот вторая она? Появилось ли у вас особое испытание, которого, ну нету? Ну смотри, мы перейдем на основной аккаунт. Вот мы на основном аккаунте, здесь открыты все бойцы, все они по фулу. Нету здесь никакого особого испытания. Или я в глазки балуюсь? Не знаю. Нету. У вас появилась новая акция. Видите, и на этом аккаунте у меня тоже не появилось никакой новой акции. Вот той за там, 6 раз выгоднее мегаящики купить. Это прям прикольно. Пишите в комментариях, вводите обязательно код Аурум. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк. Всех обнял. Пока, ребят.